Приветствую вас. Я думаю, что вы уже совершили ошибку, когда ваша жена от вас ушла. Да, тут какие-то действия привели к тому, что она ушла от вас. Вот. И я думаю, что не нужно совершать еще ошибку. Вот. Я думаю, что достаточно ошибок, которые вы совершили и так со своей женой, достаточно каких-то таких опрометчивых действий вот, с вашей стороны. Вот. Поэтому не нужно так делать, не нужно. Мне представляется, что нужно как раз таки наоборот вам успокоиться, вот, совсем спокойно разобраться. Просто вот спокойно разобраться с тем, почему так произошло, что произошло, чего произошло. Произошло. Вот. И так далее. Мне кажется так. Спешить в этом вопросе, да, тут как можно скорее, но это обрекать себя на провал. Вот. Я не думаю, что вы хотите провала. Мы тоже не хотим провала. Вот. Поэтому не стоит этого. Торопиться не стоит. Нужно разобраться с историей ваших отношений, проанализировать ваше поведение, что вы хотели, что вам было нужно, чего вы желали, чего вы желаете сейчас, может быть, вы чего-то боитесь, может быть, вы чего-то опасаетесь, да, вот это все. Вот, и после этого, уже можно будет назначить какие-то корректирующие рекомендации вам, чтобы они вам реально помогли. Вот. Чего я не рекомендую? Конкретно, да, вот, чего я не рекомендую. Я не рекомендую вам спешить. Я не рекомендую вам нуждаться в своей жене, как бы это парадоксально не звучало. Там это ничего хорошего из этого не выйдет. Я не рекомендую вам перекладывать на нее ответственность за свои какие-то желания, за свои потребности. Вот. Я не рекомендую вам, наверное, на нее бабить. Вот этого всего я вам не рекомендую. Разобраться в себе, чтобы вы, опять же, в ней, да, вот, ну, вашей жене не нуждались, чтобы вы, как раз таки, больше ориентировались на себя, то есть, чтобы это был ориентир на себя, на вас, вот, и, соответственно, изучив свои ошибки, вот. Продемонстрируйте ей в течение времени, это именно время, продемонстрируйте ей, что вы изменились, да, продемонстрируйте ей, что вы стали другим, чтобы она вас, ну, чтобы она опять захотела к вам вернуться. Вот. При условии, что у нее есть чувство к вам.
если у нее чувств не осталось, если она ушла из-за того, что у нее нет чувств, то, наверное, ничего не получится. Поэтому будьте готовы к тому, что жена может не захотеть вернуться, или будьте готовы к тому, что в процессе работы вам самому жена уже не так будет нужна. Она ушла, видимо. Или вы ее бросили, знаете, как бы. То есть, в чем я вижу основную проблему? Основная проблема заключается в том, по моему мнению, что вы видите свою жену как вещь. Вот. Это основная проблема, которая вот не видится на текущий момент. Это ваша жена не вещь. Она человек. У нее, как у любого человека, есть свои какие-то желания, ну, как у любого человека, есть свои какие-то потребности, вот. И вам нужно относиться к этому, ну, как минимум, с уважением, я считаю. Вот, вот тогда что-то получится. Тогда реально получится у вас ее вернуть. Или строить те отношения, как, на которые она, скажем так, способ с вами. Вот так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.